Солидная дама 5 с лишним лет однажды решила пойти на балет. Накрасила губы, надела сережки, примерила бусы, браслеты и брошки, надела парик, надушила манто. Что это такое, не знает никто. И взрослой походкой выходит из дома, как будто она никому не знакома. Народу на улице не в проворот, но там и везде пропускают вперед. Солидная дама 5 с лишним лет в трамвае сама покупает билет. Театр волнуется, морде народу. Но дама спокойно подходит ко входу, дает билетеру трамвайный билет и, важно кивая, проходит в буфет. Солидная дама на место уселась, на кресле не ерзала и не вертелась. Соседям не строила страшных гримас, что редко увидишь в театре сейчас. Балет начинается с 3-м звонком, свет медленно гасится под потолком. И вдруг побледнела солидная дама. Вдоль кресел во тьме пробирается мама. От ужаса дама едва поняла, что мамино место она заняла. Солидная дама нырнула под кресло и быстро-прибыстро на выход полезла. Пока под ногами она проползала, она в темноте напугала ползала. Повсюду кричали «Ой-ой! Ай-яй!» А кто-то как вскочит, как крикнет «Хватай!» Тут дама метнулась, наткнулась на стену, вспугнув балерин, взлетя на сцену. Мелькнуло по воздуху что-то в манто, но что это было, не понял никто. Солидная дама по улице мчится, каскадом прыжков изумляя столицу. Глядят восхищенные вслед знатоки, она из балета, какие прыжки! Солидная дама 5 с лишним лет влетела в квартиру, окончен балет. Сняла аккуратно парик и сережки, подальше запрятала бусы и брошки, потом налила лимонаду в духи, слезала помаду, зашила чулки, закрыла на ключ в гардеробе манто, теперь не узнает об этом никто. Постель расстелила солидная дама и только легла, как вошла ее мама. Представь, что сегодня творилось в балете. По сцене носились 3-летние дети, но дочь с возмущением крикнула: «Нет! Ты что же забыла? Мне скоро 6 лет!»